1 января, мы вчера неплохо погуляли. Сейчас где-то 12 часов дня. Я иду на Джамкен Бич, ну, на улицу, на набережную, чтобы как-нибудь уехать опять сегодня в центр Паттайю, потому что меня там ждет Саня. И мы сейчас садимся там на какую-то лодку и выдвигаемся на какой-то остров. Вот, чтобы там провести день, покупаться. Ну, а вечерком назад и, скорее всего, поедем ко мне в кондо и там еще в бассейне поплаваем. Вот. Вот такой у нас запланирован день 1 января. С Новым годом, в общем. Всех. Ну, сегодня, конечно, 12 часов дня, а Джамкен Бич, ну, можно сказать, мертвый. Вроде бы машины все ездят, все хорошо, а людей нет. Люди не ходят вообще. Ну, то есть обычно идешь везде, там люди на пляж, с пляжа идут, такая текучка. Сейчас вообще никого нет. Очень многие точки закрыты. Примерно то же, что и у нас 1 января. Только жарко. Будем плыть на остров Колан. Саня говорит, минут 40, да? 40-30, да. Мы на острове Колан. Конечно, не хватает новогоднего настроения, там вчерашнего оливье, мандаринок и всего остального, но тоже не самый плохой, не самое плохое начало года. Вот так. Назад в Паттайю.
Thank you.